Приветствую всех, меня зовут Роберт. Первый сегодняшний ролик будет достаточно коротким. Меня попросили сделать объяснение, как закрепить область для игровой камеры, чтобы нельзя было выходить за пределы области, которую мы сами установим. Вот, и улететь, соответственно, за текстурой. Как же это сделать? Для этого нам потребуется триггер. Вот, триггер мы возьмем. Сейчас я переключу экран. Вот, триггер мы возьмем отсюда. В частности, с меню, соответственно, шаблонов корневых, нам нужна вкладка с триггерами, вот здесь вот. Ищем здесь камеру лог. Камеру лог вытаскиваем дальше на игровую сцену. Сейчас я камеру обратно переключу. Вот, я его перенес. Вот он. Помещаем его туда, куда нам нужно. Ну, по центру, как правило. Вот. Далее, что нам нужно? Нам нужно зайти в меню Sidebar у этого триггера. Как видим, вот, я его уже открыл. И теперь смотрите, нам нужно найти шаблон, да, физическую модель. Мы берем не полигон, а бокс. Ждем, пока прогрузится. Теперь смотрим, что же поменялось. Для того, чтобы изменить параметры триггера, теперь нам нужно нажать вот здесь вот на кнопочку изменения шейпа. Ну и дальше, соответственно, просто изменяем размер. Обращаю внимание на то, что лучше делать границы чуть ближе к центру карты. То есть, если мы вот так вот слишком близко сделаем, то край карты будет все равно виден. А для того, чтобы все было, ну, красиво смотрелось, в идеале, конечно же, выделить камеру вот в такую область, чтобы примерно вот такое расстояние было от границы. И также нужно будет через AI-редактор, да, который генерирует сетку, по которой можно ходить, тоже ограничить вручную границу, где можно ходить игроку. Так, ну тут вроде в принципе все. Ну готово. Теперь осталось, собственно, только сохранить изменения. И теперь давайте пройдемся по карте. Вот давайте посмотрим, как камера летит. И, соответственно, как видите, я не могу дальше. Вот вперед могу, назад уже не могу. То есть камера ограничивает движение, куда мы можем зайти. Все. Если вы не нашли роликов по необходимой вам теме, то скажу вам то, что я открыл Boosty. Вот, на нем вы можете меня просто поддержать, если вам нравится то, что я делаю. А также вы на нем с помощью специальной подписки можете заказать свои собственные ролики по необходимой вам тематике. Вот. Я оставлю в описании к ролику ссылку на Boosty, а также она прикреплена к моему YouTube-каналу. Вот. Спасибо всем за внимание и пока.